Володимир Леонідович Рязанов – фотограф, член спілки фотохудожників України. Народився в 1948 році в місті Ахалцихі в родині військового. Кожні два роки сім'я переїжджала на нове місце і зрештою сіла в Дніпропетровську. Після школи закінчив курси художників-оформлювачів, викладав малювання, був художником на виробництві. Фотографуванням захопився у дитинстві, освіту в цій галузі здобував самостійно. Перший фотоапарат «Зміна-4» подарував батько. З 1974 року працював фотокором обласних газет і журналів у Дніпропетровську. Працював у рекламі, видавництві, ілюстрував книги та фотоальбоми. Учасник багатьох вернісажів, мав персональні виставки. Світлини Рязанова є в багатьох музеях і приватних колекціях. Вважає Дніпро фотогенічним містом. Захопився відеозйомкою, створює оригінальні слайд-фільми і відеоролики. Батько двох доньок, одна з яких стала фотографом. Найбільше в своїй роботі любить радувати людей. Вітаю на 9-му каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова, і я пані, а гість у мене сьогодні пан. Його звуть Володимир Леонідович Рязанов. Здравствуйте. Добрий день. І, як ви можете догадатися, він зв'язан з фотографією. Яким образом він з ній зв'язан, ми зараз і узнаємо. Ви фотограф? Ілі фотохудожник? Ілі фоторепортер? Ну, может быть, я сразу в трех ипостасях, но я люблю себя называть просто фотографом. Когда-то просто фотографом было как-то, ну, не очень это звучало. Мало пафоса. Мало пафоса. И когда вот 70-е, 80-е годы уже появился Союз фотохудожников, и все ринулись в Союз фотохудожников, ну, более-менее фотографы, которых туда приняли, могли принять. Ну и в том числе приняли и меня. А какие критерии были, кстати, отбора? Могли не принять по каким признакам? По биографии, ну, как же, или по работам. Угу. Нужно было представить свои фотоработы. И не просто представить, показать, а ну, хорошие достаточно, и было достаточно такое солидное жюри, члены союза, там, председатель союза фотохудожников. Ну, такие метры, да? Метры фотографии, и не каждого туда принимали. Давайте начнем с детства, потому что все мы родом из детства, и вот такой Владимир Леонидович, наверное, за что-то благодарен своим родителям, своим предкам. С чего все начиналось? О чем вы мечтали в детстве? Кто ваши родители? Родился я в семье военнослужащего, офицера Советской армии в городе Ахалцихе, Грузинской СССР. Это очень живописный городок, где есть мечети, православные храмы. И долго вы там прожили? Где-то несколько лет, а потом семья военнослужащего отца бросала из Кавказа на Курильские острова, на остров Итруп, и опять на Кавказ, за Кавказе, и поэтому больше двух лет мы нигде не задерживались. Поэтому я в школе, признаюсь, очень плохо учился, особенно ну, технические, математика, химия, физика. Но зато гуманитарный язык, география, геометрия мне давалось просто. Ну, географию вы прям в жизни изучали, ну, да, естественно, пересылая с места. Да, я, может, потому что я наблюдал вокруг себя великолепную природу. Это горы Кавказа, эти храмы Грузии. Потом сопки, Курил. Однажды был случай, отец меня повел, мы жили на Итрупе, поселок Горячие Ключи. Он повел меня в баню, ну, люди, офицеры, сделали баню на этих ключах прямо. Угу. Это горячие источники, да? Источники, били из земли, не надо греть, они построили здание типа сруба. И он меня взял, я вышел голенький, и озеро... Над ним пар и тюльпаны, вот эти лилии. Красота. Я говорю, папа, купи мне фотоаппарат. Серьезно? Это сколько лет вам было? Мне было 6 лет. Да, ничего себе. Я перед школой, как раз это было
Там же на Курилах я пошел первый класс. То есть вы прям четко помните тот момент, когда вам захотелось фотографировать, да? Вот это то, что вы запомнили сейчас словами, мне описали, ну, я не да? знаю. Или я говорю, папа, купи мне фотоаппарат или краски. Ну, то есть как-то хотелось фиксировать это увиденное? Непременно. Купил папа фотоаппарат или краски купил? Меня родители, ну как, можно сказать, баловали. Нас в семье была я и сестра еще у меня была, более младшая. И, ну, родители хотели, чтобы мы все-таки были как-то... Купили мне баян, сестре аккордеон. Угу. То есть развивали, да? Да. Творчески. И мама пошила чехлы. И мы с этими баянами, аккордеонами, к репетиторам. То есть вы вот так с баянами, с аккордеонами переезжали из города в город, да? Не, ну это... Или это где-то в одном месте это было? Это в одном месте. Угу. Ну, с фотоаппаратом чуть проще. А с фотоаппаратом, переезжать. Как произошло знакомство, мы жили в Грузии, и воинская часть в горах, артиллерийская бригада, и один из папиных друзей, офицер, я помню даже, капитан Бекадоров, он служил раньше в Германии, и у него был фотоаппарат Contax. Ну, если вы можете себе представить, это Киев-4, только лучше, потому что с Contax скопировали, по репарации был скопирован фотоаппарат, построили завод, вернее, перевезли из Германии полностью завод вместе с рабочими и с запчастями. И выпускали фотоаппарат Киев-3. А Contax – это то же самое, только лучше. И когда я увидел эти все блестящие хромированные детали, я говорю, папа, купи мне. И папа поехал в Тбилиси по служебной командировке и привез мне все. Фотоаппарат вот смена 4. Вот этот? Да. Можно я посмотрю? Да, конечно. Это ваш первый фотоаппарат? Да, он до сих пор рабочий. И до сих пор блестит. И до сих пор блестит. Купил еще папа фотоувеличитель, бачки, пинцеты, фотокюветы, фотореактивы. Пленки. Пленки, естественно, все, полный комплект фотографа. То есть папа у вас такой основательный был человек. Если да. заниматься, то заниматься, да? Да. И с помощью капитана, офицера, в подвале, полуподвале, я орудовал себе фотолабораторию. В 6 лет? Не в 6. Чуть ну, позже. В 6, 7. Чуть позже. Ну, я был уже... Второй класс, третий класс. Тогда получается, что отец ваш вас верил, потому что если бы он допускал мысль, что ну, наиграется ребенок и бросит, ну, купил бы там вам фотоаппарат, пленку, и на том бы закончилось. Да? Он сразу сделал так, чтобы у вас была лаборатория. Ну да. И, так мотивировал к серьезному занятию. Он искал, наверное, и баян, и велосипед «Орленок», и... Ну, счастливое было детство? Да, конечно. Я по горам на этом велосипеде, по кочкам гонял, ну, по холмам, по горам, по живописным. И вот, имея фотоаппарат, имея фотолабораторию, вся школа уже стала знать, что я фотографирую. И учитель истории нашего класса, третий класс или четвертый, я не помню, Вайсман его фамилия, он был большой любитель истории. Он писал историю своего края, село Гамбори, это где-то 60 километров от Тбилиси. И он оформлял альбомы, он собирал, делал какие-то раскопки, кинжалы, черепки. И он привлек меня к своей работе. Я фотографировал эти кинжалы ржавые, кувшины грузинские такие. Несколько раз он возил меня на древние монастыри. Один раз даже с ночевкой, и мы ночевали, я помню, у какого-то его друга грузина. И я первый раз увидел, как печется лаваш. Вот это огромные
закопанные в землю кувшины, и там горит огонь, и вот хозяйка вот это месит тесто, и потом она на шлюпки вот эти наклоняется в это жерло, как горящее, и туда на шлепки на стены делает. И через некоторое время она специальной палочкой поддевает, ну, горячее. Готовый лаваш. И да? Там я первый раз попробовал грузинский лаваш и грузинское вино. Вы так рассказываете, как будто я кино смотрю. Вы не снимаете видео? Не снимали? Вы только фотографировали? Я видео всегда? В последнее время увлекся видео. Uh-huh. Даже купил камеру, и если хотите, я вам потом покажу. Но главная любовь – это фотография. Я понял, что в то время понял, что я фотографировал не только своих друзей, там, своих родителей фотографировал, конечно. Ну, и я понял, что это какое-то социальное значение имеет моя работа. Не только для себя, для родителей, для одноклассников, ну и куда-то эти альбомы учитель отвозил в Тбилиси и там вставлял в музей. Это какое-то общее, я не знаю, что польза. Это такое. Польза, да. То есть люди увидят то, что они не могут увидеть сами. Да, не все же понял. Приедут в это, в этот город, в это село, да, и не могут это увидеть. А вы таким образом переносите их. Я понял, что могу приносить какую-то пользу для общества. Угу. Потом это перешло у меня, и когда переехал в Днепропетровск. Когда это случилось? Это было 1960 год. Угу. Накануне денежной реформы, поэтому я запомнил, как раз это в 61-м году реформа. Я учился в 47-й школе. И это вы были школьником, семья переехала сюда, да, в очередной раз? Было хрущевское сокращение армии 1 200 000 в 60-61-м году. Угу. Ну, так называемый 1 200 000 он сократил военнослужащих. И мой отец попал под сокращение, и мы переехали в Днепропетровск, потому что здесь поселился его брат старший, тоже военнослужащий. А родители откуда родом сами? Родители из Архангельской области, село Шангалы, угу. Дети крестьян. Угу. И оба брата служили, прошли всю войну. Отец прошел всю войну от Бреста до Вены. Его брат тоже воевал, он был военный техник. Угу. Мой отец тоже был начфин. Это военный бухгалтер. Оказывается, что Сталин поощрял и зарплату всем платил, воинское от солдата до маршала все получали деньги. И институт начфинов, финансовая служба работала беспрепятственно, Бесперебойно, потому что за сбитый самолет платили 1000 рублей, за сбитый танк где-то 700, зарплата моего отца была 700 рублей. Солдаты получали меньше рядовые, тем более солдаты и офицеры могли перечислять свое удовольствие семьям. То есть купить вам фотоаппарат он мог себе позволить? 700 рублей после это войны, хорошая зарплата. Да, после войны, Это, кстати, дорогое удовольствие было, фотоаппарат, вот тогда, смена? Даже не знаю. До 60-го года, если где-то примерно то же удовольствие. Была реформа 47-го года денежная. Я думаю, что он беспрепятственно, если он покупал мне фотоаппараты, велосипеды и баяны, и сестре тоже велосипед и аккордеон. То есть хорошо жили. Относительно. Армия снабжалась хорошо. Несмотря на то, что мой друг рассказывал, живя в Днепропетровске, в 47-м году за буханку хлеба могли убить. И она стоила 400 рублей. При средней зарплате где-то 700 рублей. Это наша болезненная история, да, к сожалению.
Хорошо. А вы переехали в Днепропетровск тогда еще, заканчивали школу, наверное, уже, да? Я учился в школе, и все стенгазеты были за мной. Ну, понятно. Здесь вы тоже пригодились. Боевые листки, комсомольские прожекторы. Это я и рисовал, и фотографировал, и мне даже отпускали с уроков некоторых, чтобы я оформил какую-то там школьную стенгазету, посвященную какому-то празднику или какому-то событию. Или... То есть вы уже такой главный школьный репортер были на тот момент, да? Да, школьный фотограф и школьный художник. Что дальше? Дальше поступали в институт? Я закончил курсы художников-оформителей в Днепропетровске при областном доме народного творчества и пошел на завод работать художником. Также меня пригласили в школу еще учителем рисования. Я где-то больше года учил детей рисовать. Что значит навыки правильные? Прям на расхват, и на заводе нужен, и в школе пригодился, да? Ну, потом работал руководителем детской кинофотостудии. И увлекся фотографией настолько, что в то время не было возможностей. Страна была закрыта, не было ни интернета, ни единственные источники какие. Журнал «Советское фото» и газеты, которые каждая семья, журналы, «Юный техник». Папа покупал, подписывал меня на журнал «Советское фото», и вот не было допуска к другим мировым источникам. Да. Но зато «Советское фото» я просчитывал от корки до корки. Ну, какие-то фотографии иностранных авторов, наверное, попадали, но это, наверное, это был очень соцлагерь, редко. Наверное. Вы знаете, да? ГДР, очень редко там, Чехия. Были распространялись в Советском Союзе журналы ГДРовские и чешское фото, но их достать было практически невозможно. Дефицит. Их я мог к ним общаться с ними, уже будучи журналистом, уже работая в газете, потому что был доступ к каким-то источникам. Ну, это уже было позже, уже, наверное, чуть проще стало, да? Ну, я прервался, почему? Вот главное самообразование было. Еще я бы сказал, что был допуск большой к литературе. Я имею в виду художественных, художникам. Были в Советском Союзе неимоверное количество фотоальбомов музеи мира. Живописных, да? Музеи мира, Эрмитаж, Русский музей, собрание конкретных художников. Стоило относительно недорого, допустим, 10 рублей стоил альбом. Ну, конечно, не все я мог покупать, но зато были очень дешевые наборы открыток. Я собрал огромную коллекцию открыток художников и конкретно, конкретных мастеров из западноевропейского искусства, художники-передвижники, советские художники. У меня были такие коробки, и я несколько коробок, может, отсюда у меня какое-то художественное видение, потому что учился композиции, может быть, по этим открыткам, не знаю. Ну, мне кажется, у вас просто это предназначение ваше. Если вы, увидя озеро, тюльпаны и вот этот рассвет, сказали, купи мне фотоаппарат, наверное, душа ваша к этому лежала. Не знаю, может быть. И когда я уже, увлекшись настолько фотографией, мне стало тесно в своем кругу, я пошел в фотоклуб. В Днепропетровске было большое клубное движение, был фотоклуб «Днепр», был фотоклуб «Группа 13». Я пошел в фотоклуб «Днепра вечернего». И там нашел себе соратников, кому мог показывать свои работы.
однажды произошло неимоверное. На фотоклуб пришли фотокорреспонденты областных газет. Это Владимир Шеховцов из газеты «Заря» и Борис Перепадя из газеты «Прапор юности». Они посмотрели мои работы. И когда закончилось собрание, они говорят: «Все свободны, а Рязанов останьтесь». Я был в недоумении, почему. Есть разговор, сказали они. Да, есть ответственная беседа. Тут руководитель фотоклуба, фотокорреспондент Днепра Вечернего Александр Саетов. Александр Саетович Саетов. Из своего холодильника, шкафчика достает пол-литра водки, режет колбасу, бутерброды. Неожиданно. И после второй рюмки они говорят мне: «Есть вакансия в газете «Прапор юности». Хочешь работать фотокорреспондентом газеты?» Я, конечно, был шокирован. Ну, согласился. Я согласился. Класс. Правильно. Не пожалели? Нет. Они мне говорят: «Тогда делаем вот что. Приходи, бери свои фотографии, какие у тебя есть. Одевай комсомольский значок, галстук, пиджак». Это был январь месяц, можно было в костюмы ходить. И приходи в редакцию. Это впервые вы стали официальным фотокором, да? Это был январь 1974 года. И понеслась. И, посмотрев в редакции, ответственный секретарь, редактор, посмотрели мои работы. Правда, дали они мне одно задание. Говорят: «Ты где живешь?» Да я говорю: «Да вот поселок Северный Узел». Сделай фоторепортаж о жизни молодежи узла. Ну, это крупный железнодорожный узел, там машинисты. Сегодня, говорит, пятница, понедельник приноси. Я побежал, сделал свои фотоаппараты, пленки. Я уже знал свой район, где я живу, знал многих людей, многие были знакомы. Понедельник я приношу, раскидывают на полу. То есть вы уже и напечатали все быстренько? Да, там, сами. У меня дома фотолаборатория, раскидали на полу. Значит, ответственный секретарь, вальяжно, Борисенко Анатолий. Говорит: так, помощнику, вызвал помощника, говорит, заместителя. Говорит: «Эти работы так, на первую полосу, эти на вторую полосу, эти на четвертую полосу». Все забрал, да? Он почти выбрал те, которые необходимо, бильд-редактор, это сейчас, раньше ответственный секретарь. Он знает, как и что. На следующее утро выходит газета, все мои фотографии. Обеспечили целый выпуск. Целый номер. В каких газетах вам приходилось работать, кроме «Прапора юности»? Я проработал 8 лет в «Прапоре юности» и 7 лет в «Днепровской правде». Потом наступили лихие 90-е. Газеты стали закрываться одна за другой, меняться. Одни открывались, другие закрывались. Я работал, были еженедельники «Торговый дом», «День», журнал «Технополис», «Свое дело» еженедельник был. И работал в рекламе. Какой ваш любимый жанр? За что вы любили репортерскую работу? Вы ее явно любили, потому что я смотрю, даже это портреты, но они все равно пойманные, да, в основном, не постановочные. За что вы любили репортерскую работу? Вы знаете, Ольга, фоторепортерами не рождаются, ими становятся. И это должно быть в крови, потому что долго если человек не любит эту работу, тем более в то время, это
было все на голом энтузиазме. Это было, ну, как говорится, ты должен сам любить эту работу. Если ты не любишь эту работу, то ты не продержишься там. И это, эту школу прошли многие, если, ну, люди не дерзались, пробовали, но потом переходили на более, ну как, более спокойную и более оплачиваемую работу, угу. Потому что свадьбы? Ну, в Днепропетровске вообще в 70-е, 80-е годы фотографов было очень много. Каждый институт, у нас 9 или 10 институтов, угу. Потом научно-проектные институты, тоже более десятка. Каждый завод имел фотографа. Угу. Можете себе представить, сколько это фотолабораторий, фотографов. И, ну, я бы хотел сказать, что, конечно, отдельная, говорится, каста – это фоторепортеры. Ну, вот смотрите, до сих пор газета «День» каждый год проводит свои конкурсы, конкурс. Да, сколько лет уже этому конкурсу, и он неизменно привлекает внимание, делают выставки в разных городах, люди ходят как на вот такие вот серьезные мероприятия, это всегда вызывает интерес. Ну, это же репортерская фотография, в том числе туда попадают и снимки любителей репортеров, допустим, да, не фотографов с такими именами, но они попадают. Это действительно особая каста, наверное, и особый цех, и особая работа. Это особая группа людей. Но, к сожалению, в последнее время эта профессия вымирает. Многие газеты уже не держат фоторепортера в своих штатах. Но некоторые еще... Особенно это в центральных газетах и республиканских, ну, я имею в виду киевских и московских и других газетах, крупных изданиях и журналах есть фоторепортеры. Ну, я думаю, что просто люди, вернее, организации, да, удешевляют себе этот процесс. Теперь... Есть стоковые ресурсы, да, где можно по теме, но... Если это горячее событие, если это происходит здесь и сейчас, да, и это авторский снимок, это же, ну, класс, это же, ну, дорогого стоит на самом деле. Есть же, допустим, Reuters, да, чьи снимки подписываются, и это, ну, это фирма, и это уважаемо. Или если есть там ваш снимок, например, или там снимок Исаева, там, я не знаю, чей еще, кто у нас в репортерстве еще работал до последнего, вы лучше знаете, да, то это уже авторский снимок, и это ценно. И издание может гордиться тем, что оно заполучило именно авторский снимок. Поэтому не знаю, вымирает, не вымирает, ну, но мне кажется, все вернется еще. Но, к сожалению, на эти гонорары, которые платят, жить человеку невозможно. Это другой вопрос. То есть мы ценим, уважаем, но в дензнаках это не выражается, как правило. Да? Сейчас... Фотографы стали практически все. Ну, кто такой фотограф? Это, ну, вот... Человек, который имеет телефон, уже фотограф, да? Да, или вы пошли на паспорт сфотографироваться, на документ, это тоже фотограф. Вы пошли, у вас свадьба, вы пригласили фотографа. У вас ребенок родился, вы повели ребенка на фотосессию. Поэтому фотографы задействованы, семейные, свадебные, ну, в журналистике. Все меньше, к сожалению. И все, они отмирают и... Так, не надо так пессимистично, они не отмирают, они на время затаились, настанет их час. Все вернется же. Многие говорят о том, что цифра там убила, да, искусство. Многие говорят, что только теплая ламповая, только пленочная, они признают. Да? Кто-то говорит, что да, уже телефоны снимают лучше, чем камеры там, и так далее, и тому подобное. Но телефон, камера, она же в руках человека, и она видит глазами человека. Это же надо чувствовать, видеть. Не каждому же это дано. Вы фотографируете только на пленку или вы признаете любые форматы?
Я думаю, что фотограф, если он ищущий и настоящий, он должен пробовать все. Все жанры, все виды. И я, через мои руки прошли много фотокамер. Я пробовал разными форматами, использовал разные пленки. Потом, когда пришла эпоха цифровой фотографии, я сразу признал, что да, это более удобно, это более просто. Я сразу освоил цифру и Photoshop, и для меня не было никаких проблем с переходом. Хотя я иногда, допустим, раз в месяц беру пленочную фотокамеру, и, может, даже и не раз, и реже, потому что, технологически это уже сложнее. Это да? Сложно. Если нет у тебя лаборатории, нет химикатов, нет, это все надо, достаточно дорогое удовольствие. У вас до сих пор лаборатория есть? Нет, к сожалению, нет лаборатории. Уже нет необходимости, да? Нет необходимости, хотя я знаю фотографов, которые... допустим, я не буду называть сегодня фамилии. Да, мы сегодня о вас говорим. Которые до сих пор этим пользуются. Да. Вы сегодня принесли с собой фотографии, на которых в основном люди. Это ваши коллеги. Я узнаю, Марлен Яковлевич Матус, покойный, основатель Веснянки. Да? Да. И мы с вами говорили до эфира о том, что это человек, который очень, очень хотел, чтобы Днепропетровская школа фотографии была и звучала, да, то есть он к этому стремился и как-то вас всех старался, да, объединять вокруг себя. Кто еще здесь? Почему вы принесли портреты сегодня? Говорят, Всемирный день фотографа, 12 июля. И я... посвящаю этому дню свою выставку, которую сейчас организовываю в Днепропетровском техническом музее «Машины времени». Мне пошел навстречу директор музея Михаил Прудников и дал добро вывесить свои работы коллег, фотографов. Это фотографы не только Днепропетровска, это не только фоторепортеры, но и Киева, и даже неизвестные фотографы. Всегда фотографировать коллег – это интересно, потому что иногда бывает на каком-то событии, на мероприятии, заметить, что человек, когда человеку коллега увлечен делом, он даже не замечает, что его фотографируют. Тут нет постановочных фотографий? Или есть? Ни одной нет постановочной, все репортажные фотографии. Слушайте, я смотрю, в каких позах иногда фотографы ловят свой кадр, да? У вас были какие-то сложные локации, например, где вам приходилось изворачиваться, чтобы достать кадр? Вы знаете, мне всегда легко давалась любая фотографическая съемка. Я, когда я прихожу куда-то, я приходил куда-то, я всегда приходил заранее, и мне было как-то, это был какой-то азарт. Я приходил, допустим, на завод Карл Липпихта, и хотел, у меня было желание сфотографировать Столиваров у Мартеновской печи. Я приходил заранее, выбирал. Сначала я, конечно, начальнику цеха или бригадиру или начальнику смены согласовывал, кого можно сфотографировать. Я выбирал, вы знаете, вы не были на Мартыновской площадке. Это страшное место, когда с одной стороны Мартыновские печи пышет пламя, и эти люки, заслонки время от времени открываются, а с другой стороны такие подвижные краны хватают. Называется мульда. Мульда с металломом. И хватает кран своей лапой, зажимает эту мульду, разворачивается, и
в открытую заслонку мартеновской печи задвигает и переворачивает. Это все раскаленное. И это все, и летят искры. Вас искры не долетели до вас, нет? Ну а как же, когда я выходил со съемки, я был весь в пыли, и рубашка моя становилась черной. И в дырочках от искр, да, наверное? Прожженная. Ну, в дырочках нет, но бывало и искры. То есть вы такой прожженный фотограф. Да, мне даже камеру потом приходилось салфеткой вытирать. Политические проблемы были какие-то у вас в связи со съемками? Потому что приходилось же, наверное, во время расцвета коммунистической партии, например, каких-нибудь лидеров снимать. Были ли какие-то критерии, претензии, да, не так снял, не с той стороны, не такое выражение лица? Или вас это обошло? Как-то это меня обходило, и я... Наверное, вы хорошо всех снимали. Может быть, у меня была какая-то внутренняя цензура, я всегда... обходил эти... Ну, правда, был один случай, я шахтера из Павлограда принес фотографии, лицо черное. Ну, мне сказали, а можно осветлить? У шахтера осветлить лицо? Да. Интересно, это надо его умыть. Ну, в следующий раз я сфотографировал этого человека перед спуском в шахту. Угу. Да, и все сошло, да? А черным это неправильно, не годится. Ну, у нас был такой образ жизни, поэтому был еще случай. Я поехал в поле на уборочную, и комбайнер был, знал, что он смену человек делает рекорд. И он был небритый. Я с собой привез механическую бритву. Говорю, ты пока вот делаешь волок свой заход, будешь молотить комбайном, используйся этой бритвой. Угу. То есть, чтобы он в кадре выглядел у вас свеженьким, ну, да? Ну, если человек не брился сутки или больше... Ну, это уже такая фотосессия практически, да. Ну, немножко. Ну, было, и доярок приходилось переодевать, более чистые халаты. Ну, понятно. Но это не значит, что я как-то приукрашивал действительность, и они действительно были на ферме, эти белые халаты. Ну, если дырявый халат, то красивая девушка, женщина... Я думаю, любая вот сейчас идет, если кто-то идет на фотосессию, любая женщина, любой человек не оденет старую рубашку рваную, чтобы запечатлеть себя для потомства. Все, оправдались, Владимир Леонидович, я вам верю. Кто-то пошел в вашей семье по вашим стопам? Есть ли продолжение вашего увлечения? У меня дочка фотограф. Валентина, она семейный и свадебный фотограф. У нее своя фотостудия, Фавор называется студия. Вы довольны? Тешит это отцовскую душу? Да, конечно, что дочка пошла по моим стопам, хотя она архитектор, закончила наш строительный институт. Ну, наверное, не выдержала строительной тематики. Хороший фотограф? Я считаю, что нормальный. Нормальный, так, да. Сдержанный. Но я знаю, что у вас очень много внуков. У вас две дочери, да? И 7 или 8 внуков. Много внуков. И одна правнучка. Ничего себе, вы многовнучатый дед. Внуков фотографируете? Да, иногда. Особенно на Новый год я прихожу к ним... в костюме Деда Мороза. У меня заготовлен костюм Деда Мороза. Ну, они, правда, сразу узнают, кто пришел. И мы фотографируемся под елочкой. Потому что Дед Мороз приходит с фотоаппаратом? Конечно. Они по фотоаппарату узнают, да? Нет, они сразу узнают по глазам. Я шучу. Фотоаппараты свои вы храните? Ну, вот первый, понятно, первый. А вот последующие все храните или с какими-то расстаетесь? Был случай, когда я начинал, когда пришел в газету,
И мне коллеги, учителя мои, говорят: Володя, надо что-то делать. И надо улучшать качество. Я взял ведро своих фотоаппаратов, их продал. Ведро? Ну, условно ведро, их там где-то 8 или 10 было. И, ну, это были «Зениты», «Феды», «Зорки», «Киевы», «Горизонт», «Фотоснайпер». И купил «Никон». В то время это было... Один «Никон» стоил ведра отечественных фотоаппаратов, да? Да, «Никон» стоил примерно в комиссионном магазине, ну, 1000 рублей. При зарплате 140 рублей. Но зато, ну, со временем стал к камере понадобилась сменная оптика и... Да, камера. Кроме полтинника нужен еще 24 или 28, и телевик 135 или больше, или 200. Поэтому... Ну, то есть мы возвращаемся к той же истории, с которой начинал ваш папа. Он купил вам смену 4, а к смене 4 еще целую лабораторию. Так и здесь. Вы купили «Никон», а к «Никону» еще ведро разных прибамбасов. Потом пришла цифровая эпоха, это все превратилось в дрова. Дома храните что-то? Ну, некоторые фотоаппараты лежат на полках. Есть любимые? Вот техника, которую вы вспоминаете с особой теплотой. Ну, вот. Конечно, Nikon F. Это была рабочая лошадка. И, ну, безотказный и трудяга такой. Машина, сделанная, ну, на совесть японцами. В каком жанре вы не работали? На кобылы ездили, кстати, хочу спросить. Вы знаете, ни разу. Нет, ни разу? Серьезно? Ни разу. Я вижу фотографа, который ни разу не ездил на кобылы. Однажды просто, правда, меня пригласили, попросили в детский садик сфотографировать... Ну, это уже позже. В детском мне так не понравилось. Почему? Ну, правда, свадьбы приходилось снимать. Или это хорошие друзья, или это соседи. Ну, это так, по просьбам. По просьбам трудящихся. Плата была условная. Ну, 100 рублей, я думаю, это была такая условная плата. Это не ваше, вы считаете, да? Это не мое было. А предметная съемка? Да, натюрмортом я увлекся еще на пленочной камерах, на пленке. И сейчас продолжаю что-то снимать. Можете посмотреть мои фотографии на Фейсбуке. Вот в таком виде у вас много фотографий хранится? Вот это вот тема коллеги, да, назовем ее так, фотографы. Еще какие-то тематические подборки можно, ну, конечно, создать какие-то? Вот сколько разных выставок можно сделать рязановских? На моем счету несколько персональных фотовыставок. И это и натюрморт, и, ну, в основном я люблю город. Город – это моя любимая тема. Я снимал его еще в 70-е годы, и снимал постоянно, когда только... Ну, при любой возможности. И сейчас? Город и горожане. И сейчас продолжаю снимать. Ну, уже и возраст не позволяет куда-то ходить. Хотя я иногда выхожу с камерой и делаю какие-то... На фотоохоту. Днепропетровск, Днепр. Фотографичный город? Очень. Фотогеничный? Очень. Я принимал участие в оформлении, в иллюстрации фотоальбомов, фотокниг о Днепропетровске. Их, ну, буквально несколько за последние 10 лет или 15 лет. Ну, вот за последние 15 лет несколько фотоальбомов. Любимые места ваши? Ну, конечно, набережная и вот старые улочки, старые дворики. У меня даже серия есть, старый город, которого нет,
на моих фотографиях осталось то, что уже нет, то, что снесено, и вот эти домики, вот дворики. Вот мы видим башни там, да, набережная, вот этот вид фотографировали часто? Да, конечно, вот с того берега, с массива Солнечный приходилось. Сейчас сложнее фотографировать город, больше стало объектов, которые портят кадр, мешают. Ну, конечно, мешает вот эта реклама, вот эти баннеры большие. Угу. Раньше было тоже лозунги «Слава КПСС» и «Пятилетку досрочно», но они как-то не столько много. Угу. Ну и что мешает еще, конечно, обилие проводов. А как справляетесь? Приходится фотошопить, иногда ретушировать? Иногда фотошоп убирается, провод. Ну, это не часто. Точка съемки. То есть можно выбрать такую точку, где... Ну, хороший фотограф всегда найдет единственную точку. Есть единственная точка, с которой можно снять хороший снимок. Слушайте, а еще в Доме быта была такой жанр, такая услуга, да, когда фотограф стоит на улице на какой-то точке, там возле Лотоса, например, часто стояли, или возле там Детского мира, и, значит, ловит на улице без предупреждения, да, сейчас бы за такое в Европе уже могли бы и в суд подать, как это так, без моего разрешения. А тогда это был такой жанр, у меня, кстати, есть несколько моих фотографий, сделанных таким образом. Показывал тебе, значит, образцы маленькие, да, и ты мог потом пойти напечатать. Вы в таком не участвовали никогда? Нет, я не участвовал, но я снимал таким способом и даже продолжаю так же снимать, потому что если указывать человека, спрашивать, можно ли вас сфотографировать, то фотографии не будет. Это сложные, конечно, этические вопросы и темы. Можно ли снимать человека, не спрашивая его, и не подаст ли он на вас суд? Ну, я думаю, что если человек находится в общественном месте и... Должен отдавать себе отчет, что да, все может быть, что да? Тебя могут напасть фотографы, и тем более сейчас у каждого фотокамера. У каждого человека в смартфоне фото и видеокамера. У меня есть корона. Корона у меня есть. Вот, мы ее тут поставим. Я задаю обычно своим гостям вопрос, который им не нравится, но им приходится на него отвечать. Если бы мы короновали Владимира Леонидовича Рязанова за что-то, за что можно вас короновать? В чем вы молодец? У вас большой опыт, вы много работали, вы много развивались, да, уже мы не говорим, что мы подводим итоги, да, но есть о чем рассказать, есть чем гордиться. Вот если абстрагироваться, что вы — это вы, а вы смотрите на этого человека со стороны, в чем он молодец больше всего? Одна газета меня обозвала фотографом позитива, газета «Наше место», в своей публикации, в заголовке. Я думаю, что я как-то стараюсь нести позитив в своих работах, не негатив, не какую-то отрицательную эмоцию. Я заряжаю свои фотографии добротой. И то, что вижу я, то, что вижу, пытаюсь схватить красоту, даже в чем-то некрасивом, в луже, отражение в луже, листочка или фонарного столба, и я пытаюсь сделать что-то такое свое, какую-то свою эстетику, свое видение, и стараюсь донести это до зрителя. И мне доставляет удовольствие, когда зрители ставят лайки, или это снимок, или опубликован в газете, или в социальной сети, и люди ставят лайки. Мне это приятно. То есть не ради хайпа, как сейчас говорят, а ради красоты.
Не знаю, мне кажется, вы просто не умеете по-другому. Вот серьезно. Вот вы не специально это делаете, вы просто такой человек. Ну. Или вы культивируете в себе это? Вот это я не буду снимать, это я буду снимать. Нет, вы знаете, я не знаю. Вот мне нравится, когда людям доставляет удовольствие видеть мои фотографии. Недавно был случай. Я нашел старые негативы, я фотографировал где-то в 70-е годы, 80-е, первый звонок в школе. И в кадр попала девочка. Она с таким бантиком, симпатичная девочка. Я этот фоторепортаж выставил в Фейсбуке. Я даже как-то не придал этому значения, но написал, если кто знает этих людей, откликнулись люди и нашли эту девочку. Ничего себе. Через 30 лет. Здорово. Эта девочка сейчас детский врач, педиатр, заслуженный человек. И я выставил ее портрет, нашел ее в Фейсбуке. Вся школа искала эту девочку. Это была целая история. Это более 200 откликов было на эту публикацию. Ничего себе. И нашли эту девочку. А интересно, у нее была такая фотография в ее архиве? Нет, конечно. Я же не на память фотографировал, я фотографировал для газеты. Здорово. Что вы принесли? Что это за книга? Вот несколько лет назад я собрал всякие случаи из жизни фоторепортеров, всякие казусы, и сделал такую книжонку. А казусов хватает в вашей жизни? Ну, были. Больше свои или коллег тоже? Конечно, с коллегами. Поэтому я хочу вам вручить, подарить. Ой, спасибо, даже подарок мы сегодня. Журналистские байки. Вы считаете себя журналистом? Ну, я даже работал редактором заводской газеты. Мне пришлось, когда не было работы, и предложили работать в заводской газете на заводе, в вагоноремонтном заводе. Я уже зачиталась, между прочим. Ну, застолье тут часто упоминается. Так, и что еще? Ага, и к вашей фотовыставке создал ли песню, да? Песню-комментарий к фотовыставке Владимира Рязанова. На фото «Странная страна. Мечты и были». Мы были молоды тогда и жизнь любили. Так, давайте в прошедшем времени не будем говорить. Будут еще у вас выставки, будут фотографии. Пусть их будет не так много, как раньше, как вы говорите, вам уже сложно. Но я думаю, что сейчас каждая ваша фотография – это уже на вес золота. Если Рязанов вышел на фотоохоту, значит, будет шедевр. Правда? Это как посмотреть. Сегодня фотография – это дело темное, как сказал один фотограф. Два фотографа, фотокорреспонденты Огонька Копаса и Перстенников издали в свое время, в 60-е годы, книжку, и там было 13 заповедей. Ну, последняя заповедь – фотография – дело темное. Ваша главная заповедь как фотографа? Фотография – дело светлое. Здорово. Вот так вот. А наш ответ, да? Не зря на украинской мове это называется светлопись. Светлопись. Так, ну так. Нагреть по-гречески – это писать светом на самом деле. Действительно, светлина очень… Мне кажется, вот ваше творчество, ваша работа – это именно светлина. Або добрый наще, або светлый и добрый. Спасибо вам за хорошие слова. Ну, это же правда, так и есть. Посмотрите, каждый человек, я тут знаю там двоих только, да, могу узнать, но мне уже хочется с ними подружиться. Все такие классные, добрые. К сожалению, их добрые. Уже нет на белом свете. Угу. Это все. А один есть, вот там, Юрий Баловин. Есть такой фотограф. Ну, не будем о плохом. Ну, это то, без чего не было бы сегодняшних фотографов на самом деле. Вы знаете, фотографию я считаю своеобразной машиной времени. Вот не зря в музее машины времени я сотрудничаю с музеем машины времени. И
делаю какие-то публикации и дарю музею свои фотоаппараты, там всякие принадлежности и так далее. Ну, они сейчас с нами, смотрите, они чуть колеблются, колышутся, и они нам улыбаются. И это здорово. Знаете, вот они с нами в ваших снимках. Спасибо вам большое, Владимир Леонидович. Я думаю, что мы еще с вами будем встречаться, потому что говорить отдельно об истории Днепропетровской фотографии нужно и можно, и будем мы с вами это делать. А сегодня мы познакомили зрителя с вами, потому что вы-то чаще всего за кадром, вернее, вы всегда за кадром на самом деле. Вы всегда закрыты, ваше лицо всегда закрыта камерой, поэтому я думаю, что это важное знакомство для наших зрителей. Спасибо вам большое. И вам спасибо за приглашение. Дякую вам за увагу. Це був відомий дніпропетровський український фотограф Володимир Леонідович Рязанов. Шукайте його знімки в пресі, шукайте оголошення про його виставки, знайомтеся. Це історик нашого життя, історик нашого міста у світлинах. До побачення.